Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Вы продаете славянский шкаф? Славянский шкаф уже продан, но мы вам можем предложить что-то покруче. Проходите в наш уютный одесский дворик. Здесь мы вам можем предложить чашечку кофе, вкусный круассан, почти на итальянский манер. Скажите, а номера у вас с прямым заходом или с подвохом? Номеров у нас нет. Выбирайте любое помещение. Посмотрите, какой у нас уютный дворик. Здесь вы можете танцевать. Здесь пить пиво. Или заниматься спортом. Да, очень интересно. Да, я люблю после занятий спортом попить пивка. Еще можно покататься на качельке. Ну, это когда уже после пивка. Занятий спортом. А, да, пожалуйста. По вот этой, по этой. Я так понимаю, что там дальше тупик. Нет, там не тупик, там дальше можно пройти. И выйдите на Красную площадь. Да? Да. И выйти Красную. Через Малую Арнаутскую как раз на. И выйти Красным на площадь? Красным, да, на площадь нужно. Я могу посмотреть квартиру. 5 евро. Да? Да? Только так. Только так. Только 5 евро. Обратите внимание. Пол натуральное дерево. Аутентичный. 1812 год. Отреставрировано после пожарища. После того, как Москва сгорела. Да. Я понимаю. Дрова привезли сюда. Ну что ж, собственно говоря. Это и все.